Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2. Ваши финальные баллы 5 очков. Понятно. Так, откроем здесь бесплатно сундук. Тяжеловоз, ускоритель фляг и ускоритель дым. Так, подожди-ка, в команду. Результаты, давай посмотрим, что у нас тут. Судя по всему, мы радостные, а эти грустные, значит, мы победили. Я нас с этим, ребят, поздравляю. Кто-то спрашивал, как у меня называется команда. Ребят, команда называется Легион по-английски и кавычки спереди и сзади. То есть слово Легион английское будет в кавычках. Так, забираем с тобой монеты здесь за первый день. Так, врубаем гонку, чтобы вы могли спокойненько там гонять. И сундук. Монетный ускоритель нам выпадает на формулу. Угу. Так, и поприветствуем всех. Ну что, пожалуй-ка надо нам дальше гнать. Гнать, естественно. Не знаю, успею ли я до конца месяца набрать 50 тысяч кубков. Я почему-то в этом очень сильно сомневаюсь. Ну что, друзья, едем. Вначале изменим вид себе, какой-нибудь там рандомовский возьмем. Шахтер какой-то, я не знаю. Слушай, мы же морковку с тобой взяли вроде бы, да? Сейчас я посмотрю. Так, морковка. Да, есть у нас такое дело. Почему-то он морковку не хочет выбирать. Ладно, сейчас мы возьмем. Во, вот так вот сделаем. С морковкой вообще идеально. Морковка с морковкой. Ну что, поехали. У нас с тобой кубок города. Ё-моё, что это у меня? Опять там кто-то ребят, да-да-да-да-да, я слышал форсаж. Вот он спереди едет на форсаже. Вот он там втопил-то, ты посмотри. Просто на этом, на одном форсаже проехал. Это какой-то серж был. На форсаже хорошо ехать, когда дорога ровная. Это я уже убедился. Дай-ка я вниз поеду. Зря, наверное, я так сделал. Хотя, если посмотреть с другой стороны, нет, друзья мои, не зря. Таким образом, я просто прибыл первым. А с форсажем, я смотрю, паренек, видимо, разбился. Другого объяснения у меня нету. Так, я под воду. Не, он меня обгоняет. Все равно я первым приехал, прикинь. Даже форсаж ему не помог. Ну что же, ему не помог, зато мне помог. Давай откроем, наверное, сундуки с тобой. Что-то ничего путевого нам не выпадает, к сожалению. Ага, новая краска, но это у нас на спорткар. Ну что, кубок езды по ухабам. Все прекрасно уже понимают, да, что это у нас будет за кубок езды по ухабам. Это как раз... Да-да-да, который я терпеть не могу. Опять кто-то там на форсаже, ребят. Ай... Баги вырвалось вперед. Не знаю, какие... А, все, я понял, ребят. Он ехал на монетном ускорителе, скорее всего. Вот, кстати, на ухабах, если честно, здесь беспонтово иметь именно, ребята, ускорение. Почему? Потому что элементарно не успеваешь им воспользоваться. Ты не успеваешь им воспользоваться, не успеваешь набрать скорость. Не пойму, да, да. У этого, я смотрю, ускоритель. А у этого... Кстати, я не вижу, чтобы на баге был монетный ускоритель. Там есть просто магнит. Но ускорителей я там не видел. Так, тихо. Здесь лучше не выпендриваться. Опачки. И прям на финиш залетаем. Все очень даже хорошо. Магнитная цепь. Давно не видели мы ее. Кстати, что-то я там не вижу... Чтобы впереди был где-то у нас ограничитель кубков.
А лихач-то сзади гоняет, ребят. Едет. Вот это что сейчас было? Не надо врезаться только, пожалуйста. Есть. Все-таки я обогнал лихача. Даже не только я, там еще один на раллийном авто. Ну, видимо, чувачок либо не умеет ездить на лихаче, либо он у него не прокачан. Тут два варианта. Потому что на самом деле лихач — это такая штука. Такая штука, что Рэй просто взял и врезался. Недотепа, вот недотепа, а. Ну и все, вот тебе и долихачился парень. О, чувачок тоже, кстати, с приземлением был, как я погляжу. Да, лихач на первом месте, ССС. Какой-то это, я не помню, это шведы или норги. В общем, он доехал первым. Что такое? Мне как-то немножко то... Фига я там поехал, перелетел аж все, что можно и нельзя. Давай, родная моя машинка, папочку не подводи. И она делает свое дело, ребят, я на первом месте. Все замечательно. Слушай, действительно, а где у нас тут кубок-то? Мы как бы с тобой... Ну, я вообще-то хотел как бы доехать... До скольки там у нас? Ага. Смотри, и у Форса ждали даже на этот. 26 560. Неужели там где-то дальше? Не знаю. Ладно, фабричный кубок у нас. А что такая музыка настороженная заиграла? Фабричный кубок. Естественно, баги. На форсаже, что ли, он там едет? Не пойму, не видно. Не вижу, но пока я еду первым, ребят. Еду, причем очень даже неплохо. Тут нет, не одна, тут три трассы. Первую мы взяли, отлично. Давай попробуем сейчас также идеально проехаться на второй. Ты гляди, 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 что происходит, ребят. Нифига он там наяривает. Видел, как он там кульбиты накручивает. Ну и, соответственно, ему это не помогло. Зато мне очень хорошо помогло. Я без всяких кульбитов занял первое место. Само собой, Рэйчик никак не мог не врезаться. Гони, 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 родной мой снеговик. По-другому тебя не назвать. Есть. Идеально, ребятушки. Просто идеально. Так, а вот у нас и кубок пустыни. Эпик. Вот и эпик. А вон там, кстати, по-моему... Да, вон они, кубки. 30 тысяч кубков. Нифига, как туда не ехать сколько. А чё так много-то? А почему так долго? Объясни-ка мне на милость. Так, сзади попрыгунчик, я смотрю, там, да, у нас? На этих, как его звать-то? Ты понял? На амортизаторах. И он почему-то приехал последним. И тут чувак, кстати, на этих, на летунчиках, который летит. Ты понял, да? На типа турбин или как там назвать-то, я уже не знаю. Вот, слышишь звук такой характерный? Вот ему хорошо вот здесь, когда он подлетает, на этих штуках можно очень... О, кактусы. Кактусы мне тут немножко повредили, но это мне не помешало приехать первым, как ты видишь. Ну что, последний, третий у нас заезд. Будем надеяться, что у нас все хорошо получится. Вон, видишь, мотоциклист. И полетел он там куда-то. Фига ты, как тут парень оказался? Объясни-ка мне на милость, а? Ржавый ты запорожец. Решил он меня там обогнать.
Молоко еще на губах не обсохло. Обгонять меня. Ну что, друзья, так, у нас вот тут уже созрел сундучок управления в воздухе, амортизаторы прыжков. Опять у нас там что-то связано с глубиной, как всегда, да? А, нет, мистический кубок. Я хотел, знаешь, посмотреть задание на супербайке. Проедь 1700 метров. Маневр 500 метров, зима, приключения. Ну, вот такие вот задания. Ну что? Так, я еще, кстати, хотел посмотреть, можно нам что-то прокачать. Колеса. Ну, давай сделаем колеса. Не понял, я их что, снял, что ли? Так, одевай их обратно. И тачку, тачку, тачку прокачиваем. У нас деньги есть? 248 тысяч. Хил Климп. Давай повышать его. Потому что слишком много заданий именно для этой машинки маленькой. Так, сколько там еще? Мощность 107. Так, по максималке. Дальше идет у нас полноприводный автомобиль. Баланс. Как мне написали, дешево и сердито. Поэтому, ребята, прокачиваем дешево и сердито. Ну что, а мы продолжаем наши гонки, ребята. Мистический кубок. Не прыгать. А почему не прыгать? Такое название там. Не прыгать. Может быть, наоборот, прыгать. О-о-о-о. Вот в этом, ребята, была большущая моя огромная ошибка. Я нажал, в принципе, на тормоза. Вот почему, блин, не прыгать. Последним я, короче, приехал. Знал бы, конечно, бы ехал бы намного тише. Да, блин, нормально. Но все равно, ребят, четвертым приехать, это, конечно... Господи, я думал, там еще дофигища ехать надо. А тут вон уже финиш. Какая МК сзади там присобачилась. Ладно, давай попробуем взять здесь все-таки тоже первое место. Не знаю, каким-то чудом надо это умудриться сделать. Спорткар это тут еще. Ага, я помню. Чудное мгновение, черепаха. Смотри, 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 что происходит. ККМ-ка просто нас тут... Есть! Я все-таки первым приехал. Ну, еще одна гонка, поэтому не расслабляемся. Без идеального старта. Фу ты, Рей, ну. Ну что ты, ну ё-моёшечки. Так, тихо, не будем подлетать. Хотя, может быть, надо было. Чувак, да выпендривался, ребята. ККМ-ка, отвали. Есть! Я все-таки доказал, ребят, что я лучший. Фью. Да, битва была такая серьезная. Ну что, 6 тысяч монет забираем. Так, а тут у нас гроссмейстер. Это получается... Босс там будет у нас. Насколько я могу понимать. Ну что, какой там у нас весенний город, дальний путь? Поехали. Посмотрим, какой у нас... Воу! Паренек не кисло бомбанул, я не знаю... А, у него... Меня ККМ-ка обгоняет, прикинь. Как бы, ну, пока еще не совсем обогнал, но... Все шансы есть. Ну, я этого все равно, ребят, не выпускал из вида. Не знаю, где, конечно, там... А! Идеального этого не было. Идеального старта у меня не получилось, поэтому... Да ну нафига ты так делаешь, ну господи.
Ну, на этой трассе, понятное дело, колеса, как бы, они мне сейчас тут вообще очень сильно вредят. Потому что от них мне здесь толку никакого нет. Давай вот честно скажем. И у меня почему-то нет вот этого вот форсажа, который обычно выдается. Я жму, у меня даже не было ускорения. Вот за все эти две гонки ни разу не было ускорения, прикинь. А сфигали вдруг. Ну, вот этого вот пламени, которое из турбины вылетает. Где оно? Непонятно. Вот у него есть, а у меня почему-то нету. Хотя я тоже с такой же выхлопной трубой еду. У меня просто ее не было. Вообще не было ни разу. Ну, я считаю, что это несправедливо. Ребята, почему так? Такое неравноправие. Блин, был бы у меня тут монетный ускоритель бы. Не понимаю, как он меня обгоняет. Просто едем вместе, он меня обгоняет. Ну, возможно, у него может что-то прокачано лучше, чем у меня. Та же самая турбина, только одно может быть. Именно из-за того, что у него турбина прокачана лучше. И все. В другом бы случае просто как сосунка бы уделал. Ну что, поехали тогда дальше. Еще шахта рок-н-ролл. Кто-то там на попрыгульках, слышу я, да? Да, ребята, вон он. Слушай, пошел-ка ты прочь со своими попрыгушками-то здесь, а? Есть. Да, ему, конечно, вот в этих... Ну, как по мне, в шахтах, как я считаю, что попрыгулки вообще здесь не актуальны. Заехать не смогу же, да? Наверное, смог бы, но ты сам видел. Ой, ой. Вот если вот так вот дальше будем дурачиться, то ничего хорошего вообще мне не светит на этих гонках. Решил заехать, блин. А ведь так нормально ехал, а? И на тебе. Ой, понял. Ладно, здесь хотя бы первым приехал. Так, ну что, у нас детали здесь. Я не знаю, сможем ли мы с собой. Наверное, мы сюда, когда заедем, у нас автоматически перекинут на гонку, на последнюю, с боссом. Скорее всего, так будет. Чувак опять на амортизаторах. Он начал прыгать. Нет, это не он. На форсажах просто едет. Не смог он меня догнать. Они там все с этими, с ускорителями, с каким-то, с чем только не едут. Только я один на зимних шинах, по ходу дела, здесь выпендриваюсь, да? И с эффектом приземления. У меня других слов нету. Смотри, прям нога в ногу едем. Почему я, ребята, подумал, что я не заеду, а? Я подумал, что не заеду и начал выбрасывать скорость. Ну и вот тебе результат. Второе место. Если бы я все-таки не испугался и начал бы сжать вперед. А я подумал, что не долечу, забросил скорость, а видишь, машина заехала все-таки. Так, опять это со своими попрыгульками. Ой-ой-ой-ой-ой, прям в кактусах застрял. И опять кактусы. Теперь этот застрял. Ай, твою налево. Фига он там улетел. Ладно, все равно я первый. Ну, приехал здесь, конечно, вторым, но по итогу я первый. Окей. Забытое шоссе. Давай вспоминать.
Вот здесь, конечно, вот шины мои как бы вообще не нужны. Тут еще к тому же и лихач идет с нами. Шансов его выиграть, по-моему, минималка. Так, ёк-макарёк. Ненавижу я вот эту вот штуку, которая сейчас была. Да едешь, ничего не видно. А тут что, одна гонка, что ли? Почему-то, по-моему, одна гонка, ребят. Ну да, скорее всего, здесь одна гонка у нас будет, потому... Трасса длинная очень была, да. Тем не менее, я приехал первым, а этот потихоньку, ребята, ломался. Было видно по его структуре, что там ехал весь бедный на износ. Ну что, колпак ступится. Гонка у нас. Кто-то там опять, ребята, на форсаже. Давай, 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 родной. Опа, вон он кто у нас там. Просто взял и меня, и этого на спорткаре сделал. Хотя он был где-то там, фиг знает вообще, ребята, позади всех. Он что, прям такой попрыгунчик, что ли? Я не могу никак понять. Как он умудряется это сделать? Ты видел, как он летит? У него вроде крыльев-то не было. Как он так делает-то? Я не пойму, как он там... Ну, турбина, форсаж. Как он перелетает такие расстояния? Поверху. Именно перелетает, ребята. Не переезжает, а перелетает. Вон, смотри. Вот мы все, короче, приземляемся, да? Смотри дальше. Вот мы перелетаем. Ну, тут понятно, мы-то просто на обычке. Блин, не успел я там посмотреть. Ну, что, получается у нас какое место-то? Первое. Не посрамили, да, так сказать? Я ненавижу воду. Блин, терпеть не могу, действительно, вот эти вот... Водяные гонки эти. С их всякими тут подколюхами, приколюхами. Что-то раз какая-то непонятная для меня. Что, уже финиш? Так быстро. Окей. Давай дальше. Идеальный старт — это всегда, ребят, залог успеха. Блин, ну ладно, хотя бы так. Нет! Я уже думал, сейчас врежется и все, ребят, и хана будет. Ты, парень, родился в рубашке, причем дважды. Два раза у него была возможность просто снести себе голову. Образные типы там всяких этих перегородок. Но нам фартит. По-моему, это совсем, ребята, другая трасса. Как бы это водяная, но она отличается от тех, что мы... Что мы играли раньше. Все, доплавались. Ладно, первое место в любом случае. Сейчас мы посмотрим, перекинут нас или нет. Форсаж. Странно. Я думал, что мы пойдем уже с боссом биться. Ну, ты понял, да, к чему я клоню? То есть, когда мы доходим до определенного места, нас перекидывают сразу на Босяцкого. Видимо, здесь нет Босяцкого. Так, спорткар опять же. Я не знаю, ребят, спорткар, ну, в принципе, тоже как бы неплохая машина.
Ну, все-таки мне кажется, что здесь много зависит от того, какие у тебя детали стоят на машине, как она прокачана. Потому что даже моя ролейка, если на нее поставить топовый движок, ну вообще топовый, вот это все ускорители мои, да, то она будет жарить просто как не знаю кто. Вот сейчас вот, например, нафига вот так вот лопухнулся? А лопухнулся я не кислый из-за того, что у меня был не идеальный старт. Давай, заезжай. Вот сейчас бы, если бы был бы у меня еще и... Нет, уж тут тогда сделаем так. Ну, видишь, сам. Понизу все-таки выгоднее ехать, чем... поверху. Ну, я уже там не стал, ребят, сбрасывать скорость. Не вижу смысла в этом. Вот опять же спорткар с нами едет. Доедем мы, да, и ехали. Есть. Просто урвал, так сказать, на последних миллиметрах. Он там еще и перевернулся, ко всему прочему, это спорткар. А я его в этот момент как раз и перехитрил. Но вот эта хитрость в данный момент вообще мне не на руку была. Что-то это супердизель там выпендривается, конечно. Повезло нам. Он там еще с ускорителем с каким-то шпарит, кстати. Супердизель, если ты не успел заметить. Он все-таки приехал вторым, по ходу дела. Да. Сразу ностальгия у меня, ребят, по супердизелю. Помнишь, как мы на нем ставили рекорды? Фига он. А он... Красавчик, а вот я, ребят, походу не красавчик, не шиша. Я поехал поверху. Машина у меня начинает колбасить. Ну и, соответственно, здесь я уже все. Полный профан. Нет, надо по возможности ехать все-таки по нижним. По нижним трассам, поверху. Очень много времени теряешь. Так опять же, ты же не знаешь, как где там трасса эта, согласись. Ты вот так вот едешь, хоп, а тут смотри, бамс. Он за... Ему повезло, что он заехал на деревяшку на эту. А я бы мог просто впендрючиться. Вот здесь мне повезло, что я заехал на деревяшечку на эту. Все, ребят, тут идеально. Первое место. Кайфует. Ну что, еще, наверное, гоночек 5-6 нам надо сделать, и мы с тобой получим 30 тысяч кубков. А максималка, насколько я помню, 50, да? Блин, то есть еще тут... Вот спорткар, а? Просто. Он еще умудрился перевернуться, не разбиться, ребят. Давай еще и победи здесь. Да, первое место он взял. Хорошо. Давай дальше посмотрим. Я всегда думал, что спорткар вот этот вот, он не может ехать нормально по ухабам. Но он едет, как ни странно. Да, едет. Я не знаю, что ему помогает, как он там умудряется ехать, но он едет. Так, давай, не дуркуй. Давай вытягивай, я знаю, что ты можешь. Что ты можешь и хочешь. Все, ребят, тут победили. Сейчас смотрим, сколько долго. Ну ты посмотри, очень огромный отрыв был. Самый последний приехал. Самый последний. Видимо, там слишком много, ребята, было ухабов. Может быть, он где-то перевернулся или еще что-нибудь в этом роде. Раз у него не получилось. Так, баги здесь нормально так проявилось. Ой-ой-ой-ой-ой. Да как ты достал, а? Отвали от меня. Е! Первый все-таки я. Едет тоже аккуратненько, но...
Не получилось у него меня обогнать. Темные дороги. Впереди холмы. Какие-то впереди холмы, ё-моё, еще. О, ё-моё, началось. Тут все получилось хорошо. Ну-ка, что у него там? Так, этот у нас с дизельным ускорителем едет. Этот у нас как ММ-ка там с крыльями, я смотрю. То есть они все хорошо подготовились. Оу, щет. Давай, заезжай, 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 родной. На колесики, оп. На колесики, оп. И в дамочки. Отлично. Ну, дамочки, ребята, не подумайте, что это дамочки в шахматах, когда побеждаешь, ты переходишь, берешь. Так, тихо. Есть. Тут, конечно, опа. А тут я поеду по поверху, блин. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Ёк-макарёк, я же могу разобьемся все-таки. Нет, все нормально, ребят, все отлично. Пока все хорошо, и первое место нам обеспечено. Да, первое место. Блин, да сколько же еще ехать-то? Кубок путешествий. Что-то едем, едем, и никак все не доедем, ребят. Я думал, 5 гонок будет достаточно. Но тут, походу, дела не будет нифига достаточно. И кактус прошивый мне. Ну все. Оп. Причем эти кактусы так стоят, чтобы именно вот помешать мне. Да иди ты там уже. Навострил, я смотрю, уже лыжи. Едет сзади, подгазовывает. Ханорик несчастный. Ладно, поехали. Так, мотоцикл. Мотоциклист там, ребят, едет сзади. Меня начинает он нервировать. Почему он меня начинает нервировать? Потому что он вполне может меня обогнать. Ну, вроде бы тут у нас нет. Ничего тут у нас не получилось. Забуксовал в этой долбанной воде, как всегда. И ни хрена не получилось нормального. Поэтому я и говорю, что не зря я этого мотоциклиста боялся. Ладно, посмотрим сейчас, что получится. Ну, здесь получилось все очень даже хорошо. Первым, да? Первым. Ага, вот, ребята, и босс уровень. Побрякушки. Поехали. Ох, не знаю, какую нам трассу здесь подберут. Трассу, как ты видишь, не самую лучшую трассу мне подобрали. На чем там едет-то? Ну, а почему бы и нет, ребят? Почему бы ему не полетать? Под него, что ли, специально брали эту машину, да? Чтобы он тут мог летать спокойно себе. Да что с моей машиной-то стало? Что она бедная все мандражирует-то? Фью. Ну и где он там? Фига, он аж поверху, получается, летел. Ладно, будем смотреть, что сейчас у нас получится. Ну, видимо, вообще идеально лететь по этим верхушкам. Так, здесь я не хочу, ребят, делать. О! Нет, нет. Фу. Все, ребят. Да. Ну, понятно, короче. А, я все-таки победил его. Твою ж налево. Да, друзья, 30 тысяч кубков в кармане. Следующий у нас будет на 33 тысячах. Так, здорово, Марсиан, здорово, здорово. Да, 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 да. Видос снимаю.
Так, ну что, давай, наверное, мы с тобой еще одну гоночку сделаем в приключениях. Так, что у нас тут дается? Город. Ну что, поедем в город? Поехали. У меня тут рекорд есть? Нету? Я вот не знаю. О, не надо. Да что? Чё? Пипец, блин. Ребят, это не в счет. Это какой-то бред получился. Перевернул эту фигню. С какого, блин, перепугу ты? Поедем потихонечку. Посмотрим, сколько денег набьем. Запомни, у нас было где-то около 35 тысяч за все гонки, что мы с тобой здесь поездили. Посмотрим, сколько мы получим здесь в суммарности денег. Так, тихо, ты что, тебе колбасит-то как, я не знаю, как паралитика какого-то. Что ты дергаешься-то весь? Давай не дуркуй мне уже. Начинает халабуду какого-то жать. Едь спокойно. Так, с другой стороны, как ты тут будешь ехать спокойно? Это была трасса, черт знает на что похоже. Едь спокойно. Он бы, наверное, с удовольствием сейчас поменялся со мной местами бы, да? И сказал бы, на, едь спокойно. Свой расколбас. О, щет, я думал, сейчас залетели бы. Так, ну пока все оки-доки. Колбасит не по-детски, но тем не менее справляемся. Два сундучка только взяли. Так, вот он третий. Замечательно. Так, горючий бы не успел подобрать. Ладно, я думаю, что мы найдем, и нам хватит следующего, да? Где горючее? Вот оно. Так, едет стабильно. В горке заезжаем нормально. Мы что-то все выше, выше куда-то поднимаемся в гору, что ли, в какую-то. Слава богу, у нас колеса подготовленные именно для таких трасс. Что, вниз, что ли? Вот. Во время таких прыжков надо быть предельно аккуратным и стараться врезаться носом в самую верхушку, иначе, ребята, будет гибель. Всё, тихонько. Нам, в принципе, спешить-то некуда, за нами никто не гонится, ведь так? Так. Но здесь другой нюанс. Горючее. Здесь ты можешь ехать спокойно, но тогда ты, возможно, не доедешь до бензина. Так, пятый сундук. Так, мы вначале поднимались, теперь мы куда-то спускаемся. Такая непонятная трасса, то вверх, то вниз. Как будто мы какую-то гору с тобой преодолевали. Сколько мы проехали уже? Почти 3 километра, друзья. Фух. Я уже думал, не сможем заехать, а мы смогли. Так, смотри-ка, вон там он дизель у нас. Это я, что ли, на дизеле этот рекорд ставил? Ну, тут не было new record. Я таких слов не слышал. Давай тихонько. Вот так вот можно, ребята, шею-то свернуть. Как сейчас было только что. Окей, бонус 1800. Так, 7 сундуков у нас уже собрато. Блин, опять 25, да? Тихо ты. Фух. Твою же налево, живучий как удав, а? Ты посмотри. Блин, я горючее не подобрал. И
Ребята, я горючий не подобрал, а оно у меня кончается. Вот и приплыли, по ходу дела. Вот это я пожадничал, ребята. Все. Если бы я там горючее подобрал бы, этого, конечно, бы не случилось. Ну что, сколько мы зарабатываем с этого денег? 3800. Ребят, я не вижу в этом какого-то преимущества. Что ты собираешь больше денег за поездку? Нет, не собираю я больше денег за поездку. Что это у нас тут такое? Чего тут? Давай посмотрим, что это у нас тут вообще такое. Блин, ну... Эй, ребята, это трахома у меня вообще не прокачана. Прикинь? Да. Я вообще по нолям. Она у меня... Она даже, по-моему, и не куплена, если я не ошибаюсь. Ну как я тут должен... Ну как я тут должен, извини меня, играть? Вы что, серьезно, что ли? Да ну, это бредятина. Да разбейся тут уже, в конце концов. Ну, хоть что-нибудь как-нибудь перевернись, я не знаю там. Да не заехать, ребят, просто элементарно. Вот на этом... говнотранспорте мне не заехать. Давай, горючий, заканчивайся быстрее. Какой там new record? О чем вы говорите? Ё-моё, new record. Кое-как мы поднялись. Ну ты будешь заезжать тут. Не хочет, ребят. Ну не хочет машина никак ехать. Нет, это бред. Да перевернись ты тогда уже в конце-то концов, я не знаю. Вот. И погибнуть не нельзя на ней, да, еще к тому же. Трындец. Жесть. Кто-то даже умудрился здесь погибнуть. Прям в самом начале. Тут американцы. Я тоже перевернусь. Хочешь погибнуть, да не дают. Понимаешь? То есть это по умолчанию машина идет? Или, ребята, она вот у меня не прокачана? Она такая должна быть. Если бы она у меня была прокачана, то, возможно, я бы ехал нормально, да? Поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Вообще застрял. Да ну бред какой-то, просто бред. Держи в себя в руках. Ты серьезно? Нет, ребят, уж увольте. Но это бредятина полная. Ну что, ребят, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.